Всем привет. Не успел подъехать, как уже рябчик отсвистелся. Вот еще раз. Снега на крыше здесь не так много. Спасают елки. Огромные елки, которые вокруг избы стоят. Поэтому даже срывать не буду. Здесь у меня дрова есть, под нарами все забито, а вот сюда, конечно, напилить надо, но этим я буду заниматься не в этот раз, сюда еще неоднократно за весну приеду. Так, ладно, сначала печку затопить надо. Где у нас здесь снежок почище будет. Города привез какого-то сала импортное, белорусское. Сало белорусское, Вострякова, хорошее сало. Thank you.
где-то у этого корня хочу установить фотоловушку. Думаю, какое-то движение здесь должно быть. Может быть, не сразу, но будет. И вообще, кстати, лес начал оживать после зимней спячки. Птицы начали петь. По-другому зазвучали клесты. Подлетели дрозды-рябинники. Они на зиму улетают от нас. И постепенно начинают уже подтягиваться различные истреба. Орлан-белохвост тут вообще 22 февраля был замечен впервые в этом году. Вот такой топорик подарили мне. Топор СИП. Вообще по топорам хотел сказать, многие смотрят сразу же на Фискарс, потому что это очень знаменитый бренд. Многие хвалят этот топор. И на самом деле топор, если вы возьмете оригинал, наверняка есть подделки, потому что по отзывам некоторых моих знакомых металл у них оказался не очень качественный. Тогда как мой топор металл, у него вопросов не вызывает. Держит заточку отлично, при этом точится что-то такое среднее. Но немножко я бы оценил, что получше заточку держит, чем все мои советские топоры. Советские топоры, топор топору разница, поэтому бывает, конечно, и такие, что вообще заточку держит, там чуть ли не гвозди можно рубить, как говорят. Но думаю, что люди склонны преувеличивать, конечно. Вот этот топорик, это топор СИП. Подарили мне его недавно. Я буквально только первые разы им начинаю пользоваться. Но очень понравился за счет того, что вес небольшой, рукоятка длинная. И поэтому рабочие характеристики у него очень хорошие. То есть эффективность большая. Несмотря на то, что маленький вес. Таскать в рюкзаке его почти не чувствуешь. Но он килограмм весит с небольшим. Легче, чем мой Фискарс. Не помню точно, какая именно у меня модель. Топор был куплен давно. Очень много моим Фискарсом порублено. Раньше ходил в основном с ним, но есть один минус. Это невозможность работать обухом. Я, конечно, колотил им, делал и кулемки, заколачивал гвозди, но пластмасса там обдирается, потому что рабочая часть узкая. Иногда попадаешь в самый край, и гвоздик проходит по касательной и обдирает рукоятку. А вообще Фискарс не рекомендует работать обухом со своими топорами. Вот этот топор более универсален, потому что обух у него уже очень широкий. И никто не запрещает работать обухом. То есть это и молоток, и топор. Так что кто в раздумьях купить Фискарс или, может быть, какие-то другие топоры есть, я думаю, вот эти топорики хорошая альтернатива. Дальнейшая эксплуатация покажет. Пока что я говорю с точки зрения человека, который только что взял этот топор в руки, буквально 2 недели, считанные разы я им пользовался. Пока вообще никаких замятин нету. Я срубил пару сухих елочек небольших, таганок рубил, такие мелочи. Сейчас хочу вырубить колышек для того, чтобы установить фотоловушку. Основная работа, наверное, ждет этот топор на следующий сезон пушнины, когда буду охотиться на пушнину с собаками. Возможно, где-то доставать из дупла куничку, рубить пни. К сожалению, я стараюсь такие моменты не показывать. Сами знаете, законодательство у нас запрещает валить сухостой. Вообще брать сухостой. Хотя его не берешь вроде, да, но просто надо достать куницу из дупла. А как достанешь? Есть, конечно, разные способы. Кто-то удочки с собой таскает туда дымоуху, но, как правило, эти пни потом сгорают. Этого просто в основном не показывают. Запомните, если вы туда в дупло закинули что-то горючее, горящее, а там же очень сухо внутри, опилочек вот этот гнилой, он начинает тлеть, и этот пень сгорает полностью. Вообще, ребята подарили мне чисто от души этот топор. Не для рекламы. Рекламы, заказов у них хватает, как они говорят. Потому что производство у них небольшое. Ребята живут в глубинке Сибири. И вот такое дело для себя организовали. Сейчас изготавливают топоры и вроде как держатся на плаву. Интересно то, что, живя в деревне, ребята придумали себе такое занятие.
делают хорошие вещи, которые пригодятся многим рыбакам, охотникам, да и просто в хозяйстве кому-то. И в то же время сами себе за счет изготовления топоров обеспечивают жизнь. Ну, содержат семьи и так далее. Показательно, кстати, очень. Обычно же, как деревенские жители, но вот молодежь в современных реалиях в нашей стране приходится многим покидать деревню из-за того, что нету работы. И эти люди, как правило, проходят весь этот цикл, приходят, приезжают в город, ищут работу, находят сначала съемное жилье, начинают скитаться по этим съемным комнатам, квартирам. Потом, в дальнейшем, когда находят уже более достойный заработок, возможно, открывают свое дело, ну кто куда, кто как, берут в ипотеку жилье. И когда вы выплачиваете все, короче, задолженности за это жилье, у вас уже все, жизнь подходит к концу. Жизнь прожита. Движуха такая начинается. То тут кто-то пролетит, то там кто-то пошелестит ветками или снежком. Вот, а я горд тем, что у нас все-таки в стране есть такие люди, которые не ищут вот этих вот стандартных путей. Назвать эти пути легкими, но вот я имею в виду уехать в город и пройти вот этот весь цикл, тоже я бы не назвал. Но совсем непросто, как многие думают, остаться в деревне и найти себе в деревне достойный заработок. Я горд, что такие люди у нас есть. Вот парни, такой пример. Такой палочки мне будет достаточно. Сухая, засохшая ольха. Камеру установил и кусочек хлеба, а снизу кусочек сала на веточке поставлю сейчас в зону видимости камеры, куда-то вот туда. Вот это голос ворона, черного ворона, не вороны, которые в городе летают, а именно черный ворон. В деревне он тоже прилетает. Когда идет забойка скота, допустим, он обязательно на это место прилетит. Но основную часть жизни он проводит все-таки в лесу, а не где-то в городе.
Первый окунь. Вот такой красавчик. Самый такой ушной размер. Этот тоже пойдет. Как вороны раскричались, весну почувствовали, в лес подались, места гнездовок. Так, посмотрим у нас на мормышку, здесь будет что-то или нет. Она балансир клевать перестала, в этой лунке, по крайней мере. Может, на мормышку соизволит. Ну, на мормышку, конечно, и размерчик меньше. Зацепился за корягу.
еще один попался. Пойдет. 10 штучек поймал. Достаточно. Более чем. Да, Чуйка?